Начинается путешествие к Белой скале, и он сейчас там, к тому месту, где нас подхватят джипы, безлюдье, господи, это практически счастье. Мост через речку, название я, конечно же, не запомнила. Так, ждем. Пока экскурсанты пройдут, покажем красоту. Красота. Тишина. Свежий воздух. Так, надо догонять. Надо догонять, эти еще не знают, что я всегда отстаю и двигаюсь в своем темпе. Ой. Орала караоке, посадила голос себе. Вот она, Белая скала, мы по ней проедемся. Там будут два грота, сказали, и стоянка древнего человека. Господи, как тут хорошо. Прямо ощущение сразу умиротворения.